представити нашу гостю, художника-модельєра Наталію Васильковець. Ви її знаєте не тільки як художницю, а як нашого експерта-модельєра з програми «Лабораторія краси». Вітаємо вас в нашій студії. Доброго утра. Наші телеглядачі знають вас як дійсно порадника для жінок, для того, щоб вони виглядали завжди гарно, стильно. Але сьогодні привідкриємо завісу, що ви ще й талановитий художник, художниця, виставка якої зараз проходить у нашому місті. Дякую. Да, выставка проходит в галерее на Спасской 45. Это уже моя третья персональная выставка. Был перерыв года три, и меня вдохновила на эту выставку, наверное, вся моя предыдущая работа. Я много лет уделяла внимание женщине как объекту эстетическому, всячески ее улучшала. Ну, специфика работы такая. И просто мне хотелось как-то выразить вот пластику, все, что вот я чувствовала к женскому там облику, к фигуре, вот попробовать сделать выставку, посвященную женщине. Ваша работа, ваш основной впах, вы модельер, вы да. Робите жінку красивую, саме це повпливало на вашу цю третю выставку. А ось попередні, які були? Чому були присвячені? Первая выставка, это как бы хотелось отдать дань моему образованию. Я заканчивала Московскую, ну это текстильная академия сейчас называется, там с кучей добавок, а был в советское время Московский текстильный институт. И там база очень сильная, художественная, потому что закладывали эту базу такие художники, как Куприн, Дейнека, много-много разных интересных уже сейчас и знаменитых художников. Они делали программу, они преподавали там долгие годы, да, когда только основал институт, в 30-х годах этот институт. Вот, то есть база очень сильная, именно художественная. И у нас были... все предметы вот по специальности, они основаны на базовом художественном образовании. То есть это была классика. Это обнаженную натуру мы рисовали, изучали мышцы, кости, все это рисовали, и череп, и фигуры, и молодых людей, и до разного возраста, до стариков смотрели, как меняется тело. То есть мы это все изучали. А ось наступна выставка, чему была присвячена? Вторая выставка – это воспоминания... моего детства. Я выросла у бабушки на лимане, и вот так как окружают меня постоянно реки, лиманы и моря, начиная с детства, мне хотелось вот попробовать там катера, лодки, какие-то воспоминания детские. Все это переплелось во второй выставке. Наталю, ось ви сказали, що ваш перший фах – це були модельєр, але там дійсно вас навчали художньому мистецтву. Да. Хто, ким ви себе вважаєте більше – художником чи модельєром? Ну, в общем-то, это очень переплетается. Нельзя так однозначно сказать, что либо то, либо то. Но, наверное, я больше художник, потому что я постоянно вот в процессе какого-то интересного нахождения для себя. Какие-то мелочи, которые постоянно окружают вот сочетание даже здесь. Вот я уже обращаю на это, я не могу без этого жить. Я обращаю сочетание цвета, какие-то фрагменты графические. То есть это уже работа идет независимо от меня в мозгу. Но это вот всю жизнь так. Поэтому... А вообще до переплетения этих фахов, у чем это помогает? У модельерной работе, чем вам помогает ваш художній хист? А також, когда вы створите картины, чем вам помогает ваш опыт у створении одежды для жінок? Помогает, конечно, потому что цветосочетание... оно везде необходимо знать, это как бы вообще каждый человек должен в себе это совершенствовать, дрессировать, можно даже сказать, потому что очень многие люди ошибаются очень сильно и себя портят там, внешне или свое окружение в быту. Поэтому это очень нужно, и это переплетается постоянно. Хочеться повернутися зараз до вашої виставки, яка зараз проходить у галереї на Спаській 45. Дуже багато рецензій було написано до вашої виставки. І ось однією з цитат, мені дуже сподобалось, написано, що не дивлячись на те, що на ваших картинах зображені напівоголені жінки, там зовсім немає чогось вульгарного. Навпаки, у вас зображена жінка навіть більше матір. Так, є таке. Чим ви надихались і у чому взагалі причина, що саме цей образ ви взяли до своїх картин? Ну, самый главный вдохновитель – это мой ребенок, дочь моя. Она у меня
просто чудо, я ее очень люблю, она у меня молодая, красивая. И подружки ее, которые у нас тусуются дома с утра до вечера, ну, я образно говорю, то есть они у меня выросли все на глазах, и одноклассницы ее, и постоянно у нас, постоянно дома кто-то есть. И просто вот, вот этот, это мелькание вот женское, плюс специфика работы, вот так оно и получилось, такой взгляд на женщину. Скільки ви готували ці виставки, скільки йшла робота над створенням картин саме у збірку? Вообще над самой выставкой я думала очень давно, потому что у меня очень много набросков женского тела, я люблю делать наброски. Очень много материала было сырого такого подготовительного, и постоянно как бы меня эти мысли возвращали к этой теме ню, только какого плана она будет, я еще не могла решить. И саму выставку, вот когда уже все выстроилось в голове, вся схема, я нарисовала довольно быстро. Потому что у меня уже была четкая задача, и мне хотелось сделать ее очень живой, такой в стиле этюдов больше, ну как бы не такую замалеванную, не затюканную, а очень-очень живую, легкую такую. Поэтому я делала быстро, на одном настроении. Під час нашої з вами розмови не раз прозвучала від вас фраза, що роблю жінок красивими, краса жіночого тіла. На вашу думку, у чому найголовніша краса жінки і у чому наші, можливо, переваги жіночі? Ну, самая главная красота женщины – это ее мозги. Это самое главное. Если женщина может с ними дружить, то она очень красивая, конечно. Это сразу видно всем, и это подкупает, и это все понятно. А что бы вы могли порадить нашим женщинам, миколаевским, нашим телеглядачкам, для того, чтобы они всегда чувствовали себя красивой? Можливо, несколько слов от вас з натхнення, чтобы они чувствовали себя такими счастливыми, как на ваших картинах? Наши женщины очень красивые. Очень, они очень выразительные, они пластичные, они вот настоящие женщины. Но мне бы хотелось, чтобы они еще занимались больше самосовершенствованием. Я об этом постоянно говорила вот в этих программах. Потому что очень многие женщины теряются, не знают, как себя там подать. Ну, не говоря о том, что нужно больше читать, смотреть и так далее. Изучать себя, изучать все вокруг как можно больше. И это будет ей интересно, и тем, кто рядом с ней. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я думаю, варто нагадати нашим телеглядачам, де вони можуть переглянути вашу виставку. Виставка відкрита до 21 числа в галереї на Спасской 45. І працює ця галерея, крім воскресіння і понеділька, з 2 до 6, до 18. Що ж, дівчата, я пропоную дійсно заглянути на виставку для того, щоб переглянути і відчути натхнення від краси нас, жінок, а чоловікам, я думаю, також є на що там подивитись. Я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітала художник-модельєр Наталія Васильковець.